С 23 марта в десногорских школах начались весенние каникулы. В целях сокращения количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей и снижения тяжести их последствий на территории города сотрудниками госавтоинспекции проводится комплексное информационно-профилактическое мероприятие «Весенние каникулы». Водителям хотелось бы напомнить, при перевозе детей пользоваться детскими удерживающими устройствами, пешеходам более бдительными переходить проезжую часть по пешеходным переходам.